Напомню, суд над Колмогоровым должен был состояться еще 2 ноября, но на заседании не явился тогда прокурор. После этого группа народных депутатов вместе с активистами отправились в Генеральную прокуратуру на встречу с Юрием Луценко. Тогда генпрокурор пообещал взять дело пограничника под личный контроль. Понятно, что поднялась волна, общественная волна в защиту сержанта Колмогорова. И здесь, ну, надо дать должное генеральному прокурору, то, что он в этом вопросе проявил инициативу и прошел на встречу представителям общественности как раз в том ракурсе, что это дело должно быть пересмотрено. И что приговор, действительно, вот этот приговор суда первой инстанции вызывает очень много вопросов. Ну, конечно, это играло основную роль, наверное. Именно вмешательство Юрия Луценко, генерального прокурора, в эту ситуацию. Понятное дело, что вот именно такое давление с разных сторон и создает такие прецеденты.